Здрасте. Здорово! Доброе утро! Привет, гномики! Оля, ты только проснулась? Да. Засыпай. На работу. На лицо в очаг заснёт. О, кстати, у меня очаг загорелся. Класс. Так, грибное рагу, если что, готово? Сосисочки раздать вам? Закажу. Да, давай. Можно тогда этот лечь спать и с утра поесть рагу. Возьмите кто-нибудь, две сосисочки выпало. Забрала. Еще две выпало. Господи, из тебя сыпется и сыпется. Из меня сыпется еще две выпало, господи боже. Не могу остановить этот процесс. Я предлагаю сегодня начать с следующей темы. Паша на свой топор повесит руну, потому что у нас камней только на одну руну, к сожалению, которая позволяет добывать железное дерево. Давай. И мы пойдем вниз туда, где были грибы, не в новую локу, а в предыдущую, и попробуем порубить грибы Пашиным топором и Пашиными другими конечностями. Давай. Может быть, добудем железного дерева. Давайте спать тогда. Так, у меня топор обычный, прям вот самый обычный, да? В смысле обычный? У тебя должен быть железный. У тебя нет железного боевого топора? А, простой топор у меня есть. У меня тоже простой. Железный. Возьми железный, не зачаровывай это говно. Вот. А почему у вас обычный? Делал же на всех. Нет, топоры нет, ты не делал. Нет, у меня тоже простой. Вы чё? Топоры не делал, точно говорю. У меня тоже обычный. А, ну Паша, бери ты, тебе будем же зачаровывать. Пойду, выкину топор. Всё. А, ты все? Вот, Рим. Да, спасибо. Ты да? Куда? Я выкинуть топор? Так сундуки же сундук есть. Да, блин, для я не этого. Хочу этот хлам здесь. Вот зачем он нам здесь, этот так вот хлам? Так он для этого сундук на улице стоит. Если мы сейчас не ляжем спать, мясо пропадет с утра. Все, я иду домой спать. Я сплю, а Паша в стену бежит. Олег, ты что там? Ты что там? Зачем ты арбалет повесил? Стена напала на тебя? Потому что он лишний. Не спрашивай, как так вышло, как обычно. Но он давно там. Да-да, куда же нас редкое дерево делается? Это болезнь с луками настигла и арбалеты. Windows не спрашивает 15 раз. Вы уверены, что хотите сделать арбалет? Здесь, кстати, только 3 рагу грибных. О, кто-то остался без еды? Поешьте еще. Мы улетели. Ну все, ладно. Мы поели и улетели. А вернемся, все протухнет. Паша перевел опять продукт. Да грибов много, все нормально. Беда. Это, а из каких грибов ты делаешь? Из обычных? Да, да, да. А, тогда пофиг, там их, да, миллиард. Да. Так, куда-нибудь вот сюда, мне кажется. И искать грибы вот всякие разные. Олежка, я тебя жду, чтобы ты не потерялся потом. А, вот ты уже пришел. Давай-ка вот. Я пробегусь тут. Блин. А у меня, кстати, а, нет, вот начали они вонять, все. А Паша зачаровал? Пять штук. Да, да, должен был. Штуки собрал. А. Давай, пропадай, я это. Ой, здесь овес. О, Олег, не собрал. Траванулся. Ой, а у тебя же противоядие, да, Олег, в бочонке? И я траванулся. Не, у него настамина вроде было, нет? Нет, по-моему, а достань бочонок, только иди сюда, где не воняет, я попьюсь. Ну, там осталось капелька вообще. Это что такое? Вот, антидот вот, у меня, да. Вот, отлично, сейчас я... Вот, налить кружку. Все, спасибо. Вот, Паша, здесь тебе надо пробовать. Потому что железное дерево – это следующий шаг. Мы сможем строить всякое разное. Жернов, например, для Оли. Да, да. Муку молоть она сможет. И да. Прялку для Оли. Кого? Так, да. Где... Подожди, я... Иди ко мне, Паша, иди ко мне. Я среди этого говна не вижу, а как к тебе пройти? Наверх вот здесь подняться. Вот где я, Паш, вот, да. Оля, не теряйся. Ага, я, да, сейчас. Да, меток столько стало. Так ты на нас ориентируйся. Да, но у меня... Нас не видно среди меток. Да, у меня метки не выключаются. А я пока клюкву соберу. Ого, фига он сносит. Это супер удар. Все равно много. Есть, нет? Нет, пока. Просто деревесина. Обычная деревесина, да. Блин. Ну, давай еще попробуем. Ну, да, да, еще попробуем. Не зря же мы тут. Тут вот и мелкие грибы есть, вот, и повыше. Паша, попробуй вот именно высокие деревья. Я ну, тогда не тоже. Трогаю, да, грибочки, чтобы это... Да, пробуем на Паше. Угу. А что, у басан не взяли? Я забрал. Забирай, забирай, оно пригодится. Я бочку расфигачу. Куски древесины у басам. И железное дерево было. О, есть, да. Да. Ура! О. Значит, шансом давай. Я Паша, был прав. Работай. Ура! Хоть где-то я был прав. А это что? Соль. И их раз гранит. Я тогда так. Здесь их раз порублю солью, пока Паша добывает. Давай, я тоже. Пригодятся.
тебе их раз помочь? Блин, я чувствую себя ущербным рядом с твоей киркой, я не буду. Неполноценным. Зато гномом. У тебя есть факел классный. Да, который ты иногда не видишь просто. Охренительный факел. Но сейчас я его не вижу, кстати. Паса. Да. А у тебя вот из грибов выпадало, из цветов вот этих, или только из деревьев? Ну, по один раз выпало только из дерева. А. Вот я имею в виду вот эти дерево, вот. Да. Вот эти пестики, из них не выпадало? Я рублю дерево, подожди, какие пестики? Ну о вот чем пестик, ты? Нет, пестик. Нет, из них не было. Вот сейчас выпало из небольшого, кстати. Вот пестик сруби, если из него хоть раз выпадет, я тогда их рубить не буду. Если он не выпадет, рубится, этот пестик. Вот тварь. Пойдем дальше. Вот здесь их еще куча. И по другой стороне тоже, в этой же локе есть. Вот где я тоже много. А что там так светится? А, у пасы факел. Ясно. Боевой топор. А это что? Грибочек. Так, где? В какой локе? Куда идти? Вот туда, иди, куда идешь. Да, там были. Иду, куда иду. А, из них тоже палят. Все, тогда не есть, добываем. Да. Все, не добываем. Все, паса должен добыть. Я ничего не добываю, кроме камня. Ну, я имею в виду деревья, не трогаем. Да, да. Здесь вокруг Корочего города еще пачка. Так, а можно я вот эти два камня расхерачу? Они меня бесят, я тут протиснуться не могу. Конечно, расхерач. Главное, чтобы дракон не услышал. Это что за звук? Лягушки. А, это был дракон. Ну, он тоже земноводный же, ящерица. Да, летающая лягушка. Уроки биологии. Это твое вот это фирменное поднимание щитом, оно работает, если ты без щита? Не знаю, если в блоке, если мечом. Попробуй. Надо, чтобы кто-то умер. А идите сюда, сейчас можно умереть здесь, орки. Ага. Побежим. Паш, пока пусть рубит, а мы здесь разберемся с мелочью всякой. Я бы не сказал, что это мелочь. Я по нему белый урон наношу. Ну, белый — это нормально. А, они опять ядовитые падлы. Короче, пойдемте, дочка выпила. Кажется, я наконец-то понял, почему меня постоянно заражают. Потому что щит блочит заражение. Не блочит. То есть я тоже заражаю? Ну, вот сейчас у меня яд накапливается, да, несмотря на то, что я щитом. Тогда ладно. Мне казалось, что только меня заражают. Ну, ты с антидотом. Не, я не с антидотом. Оля, я Оля вот с антидотом. С антидотом, да, меня не копится. Идите назад, там фиолетовая. Да. А, ты про ту, которая меня только что отравила? Да. Класс. Но эти хоть белым уроном уже бьются, а не серым. Нормально. Там Оль, попробуй меня есть сейчас поднять. Подойди ко мне с блоком и один раз нажми Е. Я, по идее, должен сразу вставать. У Паши так держи классно работает. Держи зажатый блок. Да, держи зажатый блок, нажимай Е и убегай. Да, все, я сразу встаю. Да, работает. Шикарно. Класс. А вот пойди, еще умри. Я попробую тоже, без щита. Давайте. Да. Блин, можно я не буду убирать? У меня полная жизнь. Ну ладно, кто-нибудь, когда сдохнет, можно я подниму туда? О, черный алмаз. Сейчас, дайте. Рим там какахать. Да, я отпрыгнул. Ты встал, пил в какаху. А я уже, да, я поэтому и пошел туда дозабрать. Ты умрешь? Так, у меня еще больше половины, надеюсь, что нет. Ну вот. О, железное дерево. Серьезно? А где ты его взяла? Одна штучка вот здесь валялась между кусками древесины. Может быть, Паша там рубил, и он сейчас вернулся? Я высасываю все подряд, но, может, пропустил. Да, может быть, с них тоже одна штучка вывалилась, не? Какой урод здесь поставил эту статую? Она же просто на проходе стоит. Что за мудак? Какой-то гном древности. Может быть, он был тролль? Падла. По-любому тролль был. Куски металла, древесина. Ладно. Так, 32 есть. Можно что-то ли там создать. О, да-да-да. Надо больше. Надо больше. Фигачу. Надо минимум 38, чтобы поставить станки. Паса, тут еще есть в этой комнате два здоровенных дерева. Они прям в потолок уходят. А еще нам нужно 20 на новую печь. Самая горячая печь, которая будет делать новую руду. О, природное волокно. Забирай. Нитки. Дефицит у нас его, да. Так, у меня по слотам уже больше половины занято. Паса, вот еще пара деревьев. Ты с кем там дерешься? А, у меня просто не прорисовывается. О, я пошел, я вышку нашел, в смысле эту. Статую починенную. Да. Нет, мы там были. Вверху, вообще в самом верху, в углу она стоит. Тут никого не было. А, во, вижу, да. И тут еще серебряная руда. Сейчас приду за рудой. У меня камня нет, у тебя есть? О, да, надо. У меня есть тоже, да. Давай, почини ее. Там 17 камня надо. А я пока серебро поковыряю.
Еще 4 камня надо. На, у меня 12. Чиню. Песня шахтеров. Да. Блин, мне нравится. Вот песни клевые сделаны, записаны. Песни офигенные. Очень крутые песни. Очень напоминают Шанти из этого Ассасина Black Flag, когда там матросы пели. Тоже было слушать приятно. Это что такое? Так. Оль, забери 8 камня. Деревья. Здесь наверху нет деревьев. Здесь только смерть и разложение. И дырка в стене. Так, можем чуть дальше двинуть. Вот здесь, кстати, у входа у меня вот. Я Пасе уже показывал эти два дерева. Он не пошел сюда. Вообще, так. Они ему не понравились. Я сажу что-нибудь, у меня хп осталось процентов 15. Не, пойди сдохни, да, я тебя подниму. Поздно. Вандалы. Разрушители памятников древних орков. Ну, что они? Они должны страдать. Ох, слушай, у меня, по-моему, сильный холод, мрак и усталость. Блин, ничего же не делал. Че за бред? Просто промерз до костей. От нефиг делать тоже устаешь. Что-то вот я нифига не делаю иногда дома и вообще не устаю. Мне так нравится. Потому что ты не гном. Если бы ты был гномом, ты бы устал. Ну да, я помесь джина и тролля, да. Вот. А тролли вообще никогда не устают. Ты видел? Они патрулируют вечность. Сейчас приходим, у него там уже дом из железного дерева, он сидит у костра такой. У меня прокляли тени. Покуривает. Как третий поросенок. Паса, ты сдохнешь? Нет. Ну вот. Рим просто всю серию ждет, пока его товарищи гномы умрут. Рим, а у тебя есть монетки или черный алмаз, или кости? Есть оникс. И все. А, Паш, на серебряную руду? На оникс. Давай. У меня еще есть. Оля, у тебя есть? Серебряная руда. Давай, я руду заберу. Я только руду тебе отдала. Монет себе сделаю и буду самым богатым гномом. А ты сдохнешь? А тратить ты их некуда. Никто не хочет умирать. Что такое вообще? Извините, простите, вы не могли бы... вы не могли бы? У меня тут маленькая просьба. Да-да. Тут, кстати, еще серебряная руда. Вы мимо пробежали. На, Паш, возьми железо. Вот, железное дерево. Я пошел проверить, что у Паши все нормально. Мы же не бросаем его. Если у него есть арбалет, у него все нормально. У него нет арбалета, он висит на стене. Нет, у меня есть арбалет. Это еще один арбалет. Это запасной. Вдруг у тебя не будет, а на базу нападут. Я думал о будущем. Да, да. Это дварфы, у них нет будущего. У них есть только шахты. И море. Большие, темные, немытые шахты. О, это да, немытые. Так, я скидываю тебе серебро. Вот под тобой. Че ты бьешь-то меня? Вот под тобой. Чтобы не желал мне смерти. Забери серебро, я боюсь за него. Да, забрал, все. Все забрал. Вдруг оно опять под землю провалится. Сейчас я их сразу еще заберу всего. Нет, не знаю. Че, у меня инвентарь кончился. Давай. Паш, ты мое железное дерево так и не забрал. Забери, Оль, пожалуйста, свое забрала. Дерево. Чего забрать у тебя? Веревки. Давай. Давай мясо, их выкинем, кстати, нахер. Пусть будут. Да куда? Их уже складывать некуда. Ими можно обматываться. На тебе соли. О, спасибо, спасибо. Вот это мне нормально. О, еще оникс. Кирилл, давай ко мне, я скоро сдохну. О, иду, наконец-то. Я так рад. Хоть кто-то, да. Ты умираешь там, нет? Она не рубится, да, я умер. О, да. Ну-ка, проверим. Я вижу дырку в небесах. Да, класс, работает даже без щита, офигительно. Теперь можно моментально всех поднимать. А, Рима, подойдешь ко мне на минутку? Да, иду. Я иду, топор закончился. Ох, ну сейчас вернемся. Ты ж поднимешь меня? О, ты тоже дохнешь. Да, я знаю, я хочу в два раза быстрее сдохнуть. Посмотри вот сюда наверх. Вижу. Ты даже видишь небо? Да, вижу небо. Ну ладно. Все, пойдемте. Причем оно фиолетовое почему-то у меня. Да, да. Погодите, не уходите, у меня... Наконец-то он сдох. Ура, пойдемте, наконец, пройдем игру без него. Вы знаете, где я? Я у входа, где сфера лежит, которую Паша любит трогать. Потрогай сферу, пожалуйста, я рядом. Это уже рекорд. Да. Самый дальний. Сверху Олю вижу, как она бежит по павсу. Я, как всегда, во все, да, спавнюсь. У меня все стабильно. А я у камня появился и переименовал его. Ты назвал его дом? Да. Как банально. Да я добавил одно слово. Матное? Да. Я буду его читать каждый раз, перемещаясь. Ладно. А мне кто-то обещал новый сандачок.
Оля, ты не хотела бы умереть? Нет. Мне так понравилось оживлять с блоком. Я хочу еще кого-нибудь оживить. Это же имба. Давайте поставим печь, во-первых, посмотрим, что с ней. Печь, которая для слитков новая. Ты будешь в новой комнате строить? А давай здесь стену снесем и дверь поставим. Нет, стена это не сносится. Я уже пытался. Вот падла, а урон получает. Сейчас. Олег, забери, пожалуйста, вот тут руду всю. Олег. А где? Вот где я. Какую? Вот эту вот, все, что лежит, забери отсюда. Я сейчас сюда попробую печку поставить. Мы перенесем тоже железо все, чтобы не париться с ним. Ха. Ох, идти твою налево. Не, Паш, можешь не уносить оттуда железо. Я снес стену. Какую? А вот, между залами. Давайте дверь поставим здесь. Да зачем? Снеси остальные, пусть будет зал открытый. Хорошо, сейчас. Я просто боюсь попасть по складам. Я пытался этим самым с носом через X, она не сносилась. А можете факел там забрать, который вот стоит? Зачем? Пусть он висит в воздухе вот здесь. Это же классно. Ну, было бы классно, если бы там два висело. Подожди, стой. Вот я и думаю, а может быть... Я почему-то попадаю там, мне страшно. Я ничего не снесу важное. Что-то больно много хп-то улетает. Блин. Ёперный театр, ребят, это какая-то жопа. Где? Что-то развалилось. Подойди ко мне. Что-то развалилось. Подойдите. Это просто жесть. О, черт. Подожди, я иду. И... Нихера себе. Это же быки же, ну. А-а-а. Крутяк. Это печка. Из чего? Да. Откуда ты достал ее? Из черных гномьих дыр. Тогда, может быть, ее здесь расположить прям? Где? В черной дыре гномика. На складе вот на этом. Я бы на склад, наоборот, все ресурсы перекидывал. Ну тогда давай здесь перепланировку. Так, мы убрали стену. Да вот не всю еще. Кажется, я пол расхерачил. Или что взорвалось сейчас? А, нет. Это была стена. О, тихо по окну попал. Я починю. 3 секунды. О, а никак. А, у меня стамины нет. А что за говно? Не чинится почему-то. А? Не знаю. О, а что за хрень? Так. А попробуй ты молотком потыкать. У тебя чинится? У меня молоток-то старый. Чего да, именно? Вот стену и колонну. Ну-ну, Паш, ну-ну. А наводишься на рюкзак, потому что, видимо... Нет, так а крестик-то на стене. Давай я попробую с другой стороны. И с другой стороны не чинится. Вот они же... сломали ремонт? Ну, никак не чинится. Вот сюда подойди, чтобы не со стеллажом я... взаимодействовать. Вот. Нихера? Нет, работает. Не чинится. Он даже его в руку, кстати, не берет. А, берет. Берет, но при этом не чинит. Класс. Так. Олег, и твой не работает? Нет, у меня либо станок, либо рюкзак. Да ты даже с другой стороны, если подойдешь, он все равно не хочет. Вот на колонну наведись. Но он пишет здоровье 78. Ну вот, короче, понятно. Но восстановить я ничего не могу. Ой, подожди, кажется... Блин, я случайно раздолбал правильную стену, ну ладно. А, еще одну. Ну, ничего. Продолжай. Да я починю сейчас. Неплохо, неплохо. Прям взялся за дело, так сказать, с расстановкой. С чувством долгом. С чувством долгом, да. И темп держит, смотри какой. С толком. Так, новая печь. Стальной слиток Хазада. Мы их можем сделать много. Хазада. Я запускаю производство тогда. Ох, как у меня лагает запуск производства. Что-то хост не очень сегодня. Видали? Я восстановил стену, а вы орете все на меня. У нас еще 49 его. Соответственно, прялку можем и жернов можем. Прялку... О, господи, прялка там, одно название. Я поставлю рядом с резаком, здесь вот, где все у нас апгрейды стоят. Слушай, а не хочешь сюда ее впихнуть в угол? Кого? Большую эту печь. Нет. Рюкзак горца. Тогда хорошо, вот за прялкой. Это часть печи, да? Вот это... Почему? Это апгрейды апгрейд. К кузнице и к печи. Ага, понял. Вот. Я просто почему этот угол не трогаю? Дальше, следующим шагом, мы уберем отсюда кузницу и плавилку точно. Потому что следующий очаг просто огромный, как та печь. Я понял. Так, и жернов тоже. Твою мать. Олег, уйди. Я бегу.
Тесто! Молочко! Овес молотый. Да, блин, я запуталась, где дом. Все, бегу. Ну, Оль, фигня, переделывай. И, скорее всего, на ткацком станке появились новые. Да, тонкая кожа появилась и изысканная ткань. А на верстаке новая рюкзак горца. О, это большой рюкзак. По-хорошему, можно поспать, пожрать, и дальше Паша с Римом, например, отправится за железным деревом, Оля будет что-то там готовить, а я ведь руками займусь. А толк-то будет вообще? Да. Мне что, пора? Ребят, Пашу оживлять. Рим, у тебя готовая солонинка? Забери, потому что у меня опять, я сейчас, если нажму, ее не будет. 8 готовых. Паша, ты где? Все, спасибо. Я пошел пособирать. Чего? Грибов и всякой фигни. Давайте поспим и поедим. Да, бегу, я уже бегу. Охерел. У меня стамины я не видел уже лет 5. Сейчас я на ночь. Подожди, пока я тут. На ночь изготовлю вам. Рюкзаки тоже надо будет передвигать. Ох, найден рецепт строительства плита плюс один. Господи, они только жрут и плавят, больше ничего не делают. Да. Да, на плиту нужно железное дерево, если что. Да, это понятно. И на пивную цистерну нужно железное дерево. А где жирноводчик мой стоит, чтобы я утром сразу к нему побежала? А, вижу. Ты что там? И как можно его не увидеть? Мне кажется, что железного дерева будет дохера в этих залах. Ну, мы там его не встречали. Ну, надо куда-то, видимо, чуть дальше пройти. Вот этот... Там просто там, где мы били тролля, были, по-моему, даже не грибы и не дерево. Просто были куски дома. Ну, короче... Надо пожрать. Раз его надо много, то мне кажется, его там до хрена должно быть. Я бы сходил. Да. Паса, не хочешь прогуляться? Куда? В залы. Пойдем в залы. А что там? В новые пойдем локации. В залы. Похеру, пойдем в залы. Сейчас, подожди, где он? Ты короче, назвал его какой-то фигней. Далеко не отходи, Оля, от этого. Придется резать их. Палата Мазарбула. Угу. Он переименовался обратно. Ну и правильно. Ничего правильного нет в этом. Все нормально. Я в палатах. Ну, пошли. Куда идти? Нам туда. А что мы сюда идем? Поискать железное дерево в больших количествах. Мы не туда идем. Да, мы не туда идем. Почему? Что почему? То. Потому что почему ты сказал, то? Что нам сюда, а нам сюда. Подожди, где ты здесь видел дерево? Я не понимаю вообще, в принципе-то. Вот подожди, дальше. Ну, если оно у нас открылось, оно должно в новой локации быть в изобилии. Да дальше нам сейчас лица с тобой сломают, и все. И, скорее всего, так и будет. Я просто хочу глянуть. Вон они, смотри, лица да, ломы. Отсюда ни хера не видать, то один камень. Ну, надо это через них пробиваться. Че? Ты справа или слева хочешь пробиваться? Давай попробуем через слева, них. Там меньше. Стой. Нет, че? Давай действовать по плану. Просто упадем вниз? Да. А. Как думаешь? Ну, я тебя стой, подниму. Нет, ты меня не поднимешь, я тебя знаю. Mm-hmm. Я поднимал тебя миллиард раз. Один. Ладно, два. Ну, в смысле, с падением один. Нет, два. Все понятно. Я имею в виду, как это, по камешкам. А ты не думал, как мы будем подниматься? Я не думал. Понятно. Давай не пойдем. Сюда сходим. Тут трава. О, лепешки. Кто-то лепешку сделал. Нет, кто-то ничего... сделал молочко. Ничего и у нас не появились. Я напомню молочко на завтрак. Кавку свари, Оль, кавку свари. Кавку. О, кстати, давай здесь вот этот облазим. У меня серьезные проблемы. Ну, видишь как. Подожди, я хочу снести лагерь и убежать от них. А ты где? Ты куда пошел? Ты не иди ко мне, иначе мы оба сдохнем. Подожди. Все, я сломал, ключ забрал, убегаю. Я им лагерь расхерачил, за мной гонятся. Вызывай полицию. У меня 3 хп. Паса, я пришел. Я даже не знаю, где ты. Я тут, но я не один. Весело у них там. Да, не говори. Мы победим, я в нас верю. Ты жив? Тихо, да, готовимся. Все, огонь. Вот этот большой, не отвлекайся на него, надо мелких убить. Реально старый. О, я выхватил в лицо. Я. Сделай блок оживления мне. Как его делать? Блок и Е, все, оживаю. Да вставай ты, тварь, ты вставай. О, сделай блок оживления мне. Сделаю блок оживления. А еще у нас сейчас соль кончится. О, как так? О, у него лук. Стрелы можно блочить. Прикинь. А я и не... Сука, какая.
Это чё? Это чё? А, это не то. Ну ладно, стрелы надо? Смотри, какие прикольные. М? Ты такими давай не пользовался. Давай пойду подобываю. Ой. Аккуратно. Куда? Пойдем облутаем вот этот город. Пойдем. Потому что именно в нем я нашел несколько поддонов. Так, это фрагменты, это овес молотый. И... О, бери, бери. Взял, взял. Все, помешано. Мне нравится. Что происходит? Это что за... О, подожди, это я думал, это крыса. Это кто? Это муравьед? Это их детеныш? Это детеныш муравьеда. Статую. Да, я иду. Да-да-да, или не будешь? Если хватит. Паш, тут соль рядом есть или в какой лок идти? Только в глубине соль. Гранита нет, опасно. Аккуратненько поэтому. Так, веревка нужна? Нет. Кузница 2, это достаточно глубоко? Да, но там ее долго. Лучше опять-таки к насосам и от них. Где проход-то тут был? Вот он. Паса, я им там лагерь исхерачил и это забрал у них ключ. Вот. И надо сходить... Так там их... О, я еще один лагерь нашел. Иди сюда, тут крепость. И никого нет. Я тебя не вижу среди меток. Подожди, я иду. А, там один какой-то мудак стоит. Два мудака стоят. Так, сейчас я пробегу, вынесу им это знамя. О, давай, давай, ага. А это знамя, да? Можно я просто залезу куда-нибудь и постою, почилю? Не, все, в жопу, я... Ты умер. У меня стрел нет. Я не знаю, где я. Нужно блок поднимания и убегания. О, их четверо огромных. Да, я не успел снести им знамя. Ты уходишь? Я пытаюсь как-то их... А почему их так много? Объясни мне. Ну, потому что здесь два лагеря. Видишь, там здесь знамя и с левой стороны знамя. Все, огонь, я поднимаюсь. Убегаем. Мы их не потянем вообще никак. Я потянул лодыжку. Ты убежал? Да-да. Твою... Нет, они я не убежал. Пацанов позвали своих. Я выхватил по сраке. По сраке. Тут ребятки ко мне пришли такие же здоровенные. Черт. Все, пока, я тоже сдох. Гномы, вам, может быть, помощь нужна? Нет, мы уже умерли. Я сдох, я заново появлюсь сейчас. Я зачем-то мертвый попробовал взять капусту, и не получилось. Ну, я клюкву. Погоди меня, я тоже с голой жопой. Вставай, ну. О, у тебя стрела в башке. Это моя любимая стрела, вот ее-то я и поймал. О, еды нету, да? Ладно, пойдем на сухую. Так, в смысле, ладно. Готовая есть, которую с собой брать? Не, готовую не надо тратить. Как это называется? Палаты, да? Понюхай золото, куда поехал? Все. О. Книга жалоб в следующей маршрутке. Зачем мы туда пошли? Зачем я тебя послушал? Ты сам сказал, я с тобой. Я дерево искать пошел, а не проблем на жопу, ну. Подождите, а в чем проблема? Я не могу мотать места путешествия. У меня один только эльфийский квартал есть. А что за хрень? Право-влево там не крутится? Нет. Это как у меня с дверью было. Не, реально, а что за говно? Я не могу телепортироваться, что ли? А, во, пошло. Не-не-не-не-не, вот забей, пошли домой, ночь наступает. Не, я пойду туда. Мне надо вернуть свой лут. Ну, в принципе, да, терять нечего, пойдем. Так, ты где? Ты я потерялся. Ты в палатах? Это кто? Я сзади. Это я. Похож на тролля, это я. Я не поел. Лысенький. И я тоже. У меня есть минута. Пойдем скорее. Грибочек найди мне. Можешь мой попробовать пока. А вот лук, лук, сожри лук, Паса, лук. Сыроежку вот эту, это что? Пожри лука. Сыроежка. О, лук нормальный, кстати. Ну вот, я спас твою жизнь. Они все. И клюква, и они тоже можно их есть. У меня тут стена черная, я вхожу. А, нет, не вхожу. Не могу войти. Я вхожу, я не могу войти. И что это за говно? Можно нам открыть? Стену, Багуля, пожалуйста. Постучи нормально. Шифтом пробегай. А оно и шифтом не пробегает, просто вообще, стена. Вообще, слушай, она наглухо просто, такого еще не было. Ну все, локация не загружена, получается. Ну давай, прогружайся. О, все пошло, у меня прошло. О, проник. Только боком поехал. Твою мать, а. Да они ушли оттуда, что ты паникуешь? Да я не поэтому не могу, я бегу боком и... У меня ноги не шевелятся. Добро пожаловать в мой клуб. Я вчера так делал. Ты где? Бегу к своему трупу, а ты где? Пытаюсь понять. Ты где? Я к трупу бегу. Вот. Они ушли, короче, отсюда. Вообще никого нет. Класс. Да, нормально. Так, мне надо одеться. Не забудь одеться, Паса. О, они опять сломали эту херню. У меня все в инвентаре перепутано. Класс.
Может, ты Пашин забрал просто? Нет. Не-не-не, я с ключом забрал. Я убрал ключ, ключ у меня. Нормально, починили, а потом сломали. Угу. Погоди, а у меня не хватает... Чего? А, хватает все. Сейчас он третий арбалет сделает. У нас есть план? Мы домой идем? У нас есть план, нет. Может, вам помочь? Я им предлагала, а они... Да вообще-то, конечно, за. О, пивная цистерна. Класс, Паш, это то, что нам нужно. Паша, Паша, у тебя сосисочки нет? Я подохну сейчас. У меня есть... Можешь что-нибудь пососать? А, сосисочка, на, держи. О, спасибо. Застегнуться не забудь, Паш. И не прищемить. Я пойду это, ящик облутаю, который я открыл. Я надеюсь, не сдохну. Надеюсь. Подожди, это пивная цистерна. И это... Отлично, А-а-а. Есть ящик. Открываю, забираю. Да, давай, давай. Изумруда нету там. Я пойду тебя поднимать. А тут один только орк. Вот он бежит за мной. Угу. Да, давай. Хочешь сразиться с ним? Один на один, давай. О, все, я нашел золото. Класс. Я тебя соль несу. Ой. А я не дома. Ну, неважно, я ее несу. Ну, и ладно, я тогда еще пособираю, раз ты не дома. Не помри только. Да, тут спокойно, в отличие от наших вот путешественников. Черт, ты глянь, какой большой. Да подожди, у меня тут стоит один багованный, хорошо, что он не смахивается. Глянь, какой большой у него лук. Я возьму. Это копье. У них по два оружия теперь, нифига себе. Так у них всегда были луки. Когда далеко отходишь, они достают луки. Фига себе, вот падла. Сука, бил тебя, да ёп. Ау! Серебро нужно, Паш? Не особо. Пока хватает. А золото я уже добываю. Когда ж ты сдохнешь? Надеюсь, что лет через 30. Ёпта. О, неужели? One more. One more. Где у меня кирка? Хочу сломать вот это говно. Не знаю, что это. Так, это что такое? Стрелы армии Хазар. Хазад. Это армия тут у них? Типа, вау. А... Ну, я вот отсюда тоже не вижу никакого дерева. Я хотел подальше пройти, может, там какая-то поляна будет или еще что-нибудь. Ночью не видно ни хрена. Да ты че? Да? Дальше пойдем или нет? Погоди, тут еще один лагерь. Я снесу его, пока тут никого нет. Твою же дивизию, да, как тут никого скажет нет. Одна знакомая, общая никого наша. Нету тут, никого нету. Ты где? Я не вижу тебя в метках. Дальше пройди, дальше А-а-а. Пройди. Я уже снес лагерь, все нормально. Почему ты кричишь? А это что стало с полом? Почему он с этими стал? Они с бетонным? Появились. Они появились. И все, просто появились? Они про орков, наверное. Они про орков. Мы про орков. Он просто обещал, что там никого. Там как никого не по было. Скалам строить этот пол, он разваливается. Ой, пол с бетонным. Оля, кнопочку В нажми и строй по скалам. А, В, господи, вот я... Все, спасибо, Паш. Блин, почему? А F это лесенка. Спасибо. Ты глупая. Да не, нет, ну-ну. Ух, золото падает мало, блин. Цветочек это мне? Угу. А тут вот монетки еще выпали. Ох. Первое свидание там, что ли? Да твою мать. Я пытаюсь собрать уголь, а мне по голове камни летят. Нормально. Здесь спускание назад, и там еще эти козлы стоят. О, да там трындец. Не-не-не, я не пойду. Нет, туда мы не пойдем. Я вот тут хочу посмотреть, что дальше-то. Голос разума я услышал. Йо! Я тебе показал. Нам туда, я вижу точку. У меня 3 FPS. Я вижу 3 FPS. Вот здесь можно спуститься вниз, кстати. Да, мы не сможем подняться. Ты понимаешь, ну же, да? Ну что? Мы пойдем дальше по сюжету. Но всегда мы здесь останемся. Да. Видишь, голос разума исчез. А там сзади пацаны твои пришли, кстати. О, ой, класс. Лучник, ладно, привет. Погнали. Че, станцуем? О, и ко мне лучник пришел. О, че, Паша, офигел, кажется, они надерут нам жопу. Может, убежим? Давай. Он пинает меня. Побежали. У тебя как там? Убегаю, пока все хорошо. Оу, подожди, подстава. А что за музыка началась? Потому что нам ломят головы. Это музыка с головой. Ой, меня зажали в угол. И меня. Я еще жив? Я, да. О, монетка. Ой, а я полумертвый гном. Откуда здесь орда? Орда пришла. Вы нашумели.
Нет, мы ничего не добывали. Хочешь прикол? Да. Проход закрыт опять. Сейчас скажу. Ты угораешь в натуре, сука. Я в насосах спускаешься со ступеньки. У меня открылся, Паса, у меня открылся, проходи. Я не на базе, сейчас я до базы добегу. Да, я поняла, я полежу. Нам куда еще, вперед? Левее, левее, наверх, не вниз, наверх. Вернись обратно. О, давай, спереди, сзади. Да, да, вижу, вижу. Беги дальше. А сейчас куда? Налево, вроде. А, бежит. Угу. Да он да вообще... твою мать. Он ватненький, пойдем наверх. Нас еще преследуют. Да, я знаю, право, лево, лево, право. Я пытаюсь путь домой найти, а тут как-то все замокло. Вот дальше я не знаю, куда. На, вот сюда. А ты так, не думаешь, что они расхерачат нам здесь камень? Я пошел. Пока. Я буду защищать камень. Ну ты если сдохнешь, я приду, когда они разойдутся. Ладно, я скажу тебе, когда я сдохну. Пока все идет неплохо. Если бы так не лагало жестко, было бы еще круче. Хотя, зря, наверное. Рядом с камнем-то не страшно умирать. Ага. Я... Да ты тварь, ты... Паса, мне нужна помощь, вернись. Я иду, подожди. У меня нету хп, стамины, голода, брони и писька маленькая. Быстрей. Оля умерла? У меня стена, я не могу. Да, она лежит возле насосов, ждет, когда я дойду, подниму. Но я пока в стены тыкаюсь и читаю, что орда пришла. Паса, убей уже его нахер. Блин. Орда возле дома. О, блин. А, вот что за музыка. Пропали. Нормально. Стой! Я посмотрел на него. Блядь, как выйти? Зависло. Сейчас, я убью его. Ой, еще пришли. Все, нам все. Орда, походу, к вам пошла. По-моему, нам не надо разделяться. Она идет скорее к вам. Нет сосисочки? Нету, ты последнюю сосисочку взял. У меня больше не блокирует урон от них вообще. И у меня. А почему? Сначала к насосам. Да. Я и умер... аккуратно тут и двое, которых я не добила, ходят. Твою мать, я куда-то залез. Паса, ты я умер. Нет, я не умер. Ты умер, я тебе точно говорю. А, я умер. Налево. Так, у меня пока черные эти. Ага, ну я тебя уже вижу. Вот там к тебе навстречу шли, там двое аккуратно. Что, домой пойдем? Да, да. Сейчас, подожди, я смотрю, они уходят или бьют? Орда ушла. Да, они камень не бьют, а нахер мы тогда умерли? Я не знаю, это была не моя идея. Мне казалось, они расхерачат камень. А ты меня поднимешь, я тогда полежу тут, тебя подожду. Ну, полежи, пожалуйста, сейчас. Я лежу. Соль? Ну, тут на полу немного есть. Ну, может быть, чуть-чуть соль, да. Я вспотел. А еще тут тень в левитирующего гномика. Очень долго возрождаюсь. Очень. У меня меч сломался, теперь я понял, почему я не блочу. Так ты блочишь щитом. У меня нет щита, у меня же меч. У него двуручный же. О, Паса, тут один есть. Пришел один зеленый гоблин. Подожди, я еще на кровати. А, хватит спать-то, ты спасешь меня, нет? Сейчас потягушки сделаю, погоди. Он ушел. Так, иду, Оль. Да, я вижу как раз в правильном направлении. Оля, ты там как, отдыхаешь? Да. Я, да, вот. О, и налево, Паш. Паса, Оля. Ой, направо, направо. Я вижу тебя. Блин, неправильно еще сказал. Ничего страшного. Ну. Вот так ты меня лечишь, да? Пинком в лицо, пока я лежу. А что у нас? Соль как раз. Нет, я добывала, и они пришли стреляться. Я слезла. О, опять так делают. А, нет. Что у меня? Отчаяние. Сейчас, подожди. И во тьме. Блин, короче, там нет железного дерева. Если подытожить. Пойдем пофармим тогда грибы. Возможно, это будет душное наблюдение, там вообще нет дерева. Никаких. Я думал, что дальше будет. О, крыска. Ты ведь тоже я не могу наверх попасть. И я не могу. Запрыгни на меня, я присяду. Паса, ну что, пойдем, повосхищаемся. Сейчас, и поехали за деревьями. Починиться. За деревьями поедем. Ты ремонт сделал? Да. Так, надо выложить, просто у меня куча всего. Но у меня в основном драгоценности. И мясо. А семена мяты куда девать? Так. Мне. Все вроде. Сундук с семенами. Угу. Да, все, пойдем домой. Пойдем. Глупый вопрос тогда, где он? О, я притащил 4 слитка хазада. Там, где говняшки лежат. И 4 черных алмаза. Это неплохо, кстати. Я молодец.
И паса молодец. Так. Вы молодцы, да. А вес молотый куда? А, в сундуке с едой еще там лежит. Он. Во втором, по-моему. У меня, кстати, до сих пор висит табличка, что Орда пришла. Есть шанс, что где-нибудь сейчас набегут еще. Они, в общем, это вам лучше не знать, но когда мы пойдем в зал, и вы их увидите, они там стоят. Так, они возле дома набегали дважды. Тогда они и там тоже стоят. Вот. Нет, они у меня убежали. Я бы стоял снаружи, не подходя к ним, они убежали. Вот у нас такая же хрень. Они убежали и прибегали там по два, по три говнюка. Возможно, я страшный. Грозный. Так, сейчас вспомню, где у нас там это соль. Так, Рима, ты на базе? Да. Иди вот сюда на верстак. Иду. Вот лежит рюкзак, надо с старого у тебя все забрать, в новый переложить, и это самое. А где рюкзак висит? А, вижу. Да. О, а у меня до сих пор петь можно. Ой, раздуша требует. Нихера себе, он там в два раза больше. А, так, я сейчас тогда говно свое повыкидываю, вы там не трогайте, пожалуйста. Оп. Не знаю, ребят, налетай. А все, я забрал. Ты можешь уронить его рядом с собой и открыть как сундук. А, да. Же. Да, точно. Но я уже все. Соль положил. Куда его выкинуть-то? Я выкинул за двери за складом. Боже, он несет пустой рюкзак, а идет, как будто тащит гребаную шестеренку металлическую. Что за хрень? А, вижу, помойка. Рагу делаю на всех? Да, давай. Сейчас спать будем как раз и пожрем. Или не будем, вы где? А, вы тут. Мы тут. Мы в шоке. Звезда в шоке. Че, паса, еще в зал и пойдем? Там классно. Мне не понравилось. Прям лайк, отписка, вот четыре это все. Четыре вообще-то алмаза принесли мы. Вообще, да. Это хорошо. Ты? Мы. Все, сейчас бегу. Я бы один не принес. У меня было сколько-то, но я не знаю, сколько у меня было. Значит, больше четырех. А. Их раз возьми, чтобы статую там восстановить. Ладно, возьму. Не забудьте взять новый. У нас есть теперь хлеб путешественников. Во времени? И отремонтироваться. Что времени? Во времени. Путешественников во времени. Да, наверное. А зачем? У меня вот бессилие. Сочувствую, вроде молодой еще. Я, Паша, задаюсь этим вопросом каждое утро. Да. Сейчас я уголь выложу, а то его очень много у меня в карманах. Боюсь, утону где-нибудь в реке. Или загоришься ночью. Да. Пламенем страсти, это будет страшно. Он между вами спит, между прочим. Так, я опять половину сжатую, короче. Ну да, сейчас что-нибудь приготовлю. Оля, дай еды, Оля, дай еды. Я тогда, быстренько я что-нибудь сварганю, чтобы не ждать долго. Грибы. Да, жареного вон. О, нет, простите. Вот, блядь, подразнила, а? У меня знаете, что есть? А, не знаете. Фруктовый салатик будете кушать сегодня. Повышающий атаку и выносливость, но оставляющий пациента с низким уровнем энергии. Ну, сейчас посмотрим. О, ну выносливость вообще огонь. Перекаты можно катать. Ты получаешь урон почему-то сейчас. Нет. Да. А, да. Это от него. Да, я горю. Ты смотри, горишь. Тест. Но я очень выносливая, типа мощная. Ты сдохнешь. Класс, я понимаю. Хороший эль. Пить я его, конечно же, не буду. Так. Блин. А я на звездочке жопой сижу. Да, ешь, Паш. Мы куда идем-то сейчас? Дерево добывать железное или в залы? Ну, мы можем пофармить, можем пойти исследовать, где нам еще дадут по морде. Пойдем по морде получать? Мне, я хочу, чтобы... Ну, это значит, вниз. А куда выкинуть пустой рюкзак? Куда вы их выкидываете? За складом в дверь выходишь и налево, там у нас туалет и рюкзак. Я больше не буду переименовывать дом, потому что я задолбался. Он переименовывается обратно, какого-то хера. А нам надо в палату Мазамбура или этого чувака, в общем. Пойдем. Я там. Как раз наступает ночь. Самое может время. Быть, да, мы немного это, нет? Давай, давай, это будет клево. Мы только поспали, Паш. Посмотрели на все подряд, у нас так, куча бафов. Куда еще раз мы идем? Палаты, чего-то там. Мр-мр. Мр-мр. Палаты Оля, великого блядь. Мурлыка. Сейчас. Мазарбула. Мурлыка. Ой, здесь ткани валялись, прикольно. И монета. Так, это все. После нашей драки, тут вот еще куча монет, я иду, собираю.
Может, вы нас подождете, чтобы мы не блудились? А я у выхода стою. Еще Олю надо подождать. Я уже здесь. Зелье, короче, в общем, да. О май гад. Я у выхода, в зале. А где вы сейчас? А, все, тут вижу. Эти муравьеды, я мясо добываю. И шкуры. Да. Ну, эти обрывки. Да-да-да. Тоже нужны. Ой, теперь. Вот тут еще две крысы. С новым рюкзаком хорошо, места много. Да, вот монетки тут лежат, металл, монетки. Да, короче, лагает, лагает. Лагает пипец. Слева мы два лагеря случайно зачистили. Но там еще есть, помнишь, ты находил базу орков. Можно ее зачистить, там тоже, считай, и два справа, лагеря. И справа, где был тролль, там есть проход куда-то. Я предлагаю направо сходить. Пошли направо. Да, потому что там, возможно, тупик будет. Тупик будет. Я крысу нашел. Он так еще озвучил. Тысяч. Ага. О, золото. Можем добывать? Блин, делайте, что хотите, да, мне надо добыть золото. У нас новые слитки требуют как раз золота. Ага. Прикройте меня, пожалуйста. Моя руда не дает, этот, кирка не дает добывать. Да, да, кирка мастера только дает. А сейчас. Тут никого нет, тебя не от кого прикрывать. У меня гладик просто дергается. А потому что они там, с другой стороны. Блин, это... О, вот пришел ко мне, ребята. Я возвращаюсь. Паш, тут уже тупик, мы тут все зачистили, я прошел до конца. Там еще один зал, и все, и больше ничего нет. О, я ему по 113 и по 210 сношу. Под зельем своим? Да. А, и горишь при этом. Ну да, она мне пол жизни, блин, снесла. Так, еще один. Так, я понял, я тоже набухаюсь тогда. На тролли отправляйте Олю теперь. Да. Она его будет пугать. Давай, блин, последний тут глоток. Два орка. Я ж просил прикрыть. О, мы прикрываем сзади. Я убиваю их. Пошла тоже. А как они появились-то нахер здесь? Я только что они тут проходил. Они же с земли вылазят. Точно, да. Забыл про эту хрень. Да ёп. Он еще один лежит. А вот, подожди, там вонючка. Ты умер, Паш? Нет, еще. А что мы съели сегодня утром? Что нам? Салатик фруктовый. Вот, короче, у меня уже почти голод. Офигеть. Ну, ого. Больше не будем его. Слушай, Паш, походу у тебя этот голод сраный из-за того, что ты добываешь. У меня полный голод сейчас. Да, кстати, у меня тоже. И у меня полный, да. Я пока под зельем пойду получу люлей. Я иду к тебе. Не забывай кто-нибудь только... Кто-нибудь с Пашей останьтесь. Хилится там Олег с Пашей. Я здесь. Просто я же тоже под зельем. А где ты люлей-то пол... А, вижу. Я вот вверх полез. Да. Блин, тут тоже все лагеря... Мы что, тут всех уже убили, что ли? А, вон, вижу, впереди один. Мы злюки, да. Так, блин, вот этот сносим. Блин, как ты туда забрался-то? Делай прыг-скок. Так, и вот здесь, по-моему. То у меня сейчас вспыльчивость закончится. И ты сдохнешь. Да. Я тебя подниму. Так, вроде все. Так, факел сделаю сейчас себе второй. Слушай, а я сношу по 22. Походу, ты намного вспыльчив. О, они лечатся? Вау! Паш, здесь еще золото подойдешь? Прикольно. Их много! Да, Оля, отойди чуть назад. Угу, будем их отошла. Долбить в каком-нибудь этом... Где ты, вот узком ты. Проходе. Ага. Сейчас, блин, да, не дают к тебе подойти. Вот, все. Нам нужен узкий проход. У нас есть один, даже два. Но... Мой проход широкий. Ой, я разделила их. Так, один минус. Молодец. С большим не дерись, он очень опасный, он пинается. Да. О, а ты-то чё? Господи, они тут повсюду. Угу. Ты же сама хотела. Ой. О, Оля, я видел, как она летит на карте. Я полумертвый гнал. А где? Где-то в низах. Я тут, да. О! В низах. Она реально внизу. Возле водопада. Оля, как там? Че видишь? Не молчи. Водопад вижу. Красиво. О, Паша, я вижу орка. О! Я не могу долбиться. У меня стрел нету, да. Я не буду просто к нему долбиться, и все, и пусть он там сидит. А я статую вижу недостроенную. А, классно. Но я нашла. Это не повод спускаться. Ну, таким образом точно. Сейчас, Оль, я почти их разобрал. Да. Сейчас я золото здесь добью и пойдем к вам. Ух. Сосисочки есть у вас там?
Мой меч сломали, прикиньте, просто одним ударом, охренеть. Оля, я пошел к тебе. Давай, я тут лежу. Нихера себе, а как мне спуститься-то? Как за Пашей. А он не падал настолько глубоко. У меня тут тоже. Где они вообще? А, они вперед ушли. Ну вы, вот Паша с Олегом плюс-минус на моем где-то. Оля, а ты мне поесть дашь что-нибудь? Потому что я дойду до тебя и подохну. А у меня, по-моему, нет. Из-за тебя ремонт. Я умер. Подох. Я умер от зелья, прикинь. Оно убивает. Я думал, оно до нуля достанет. Нет. Оно убило прям меня. А жил? Паша, ты где? Я вас вижу. Да тут орк бежит к вам. Мне драться нечем. Давай, спускайся. Рим сзади. Давай, вам не надо спускаться. Вы были на моем этаже. Паш, я не могу драться, у меня меч сломан. Я иду за Олей. Вот, Рим ко мне бежит, да. Ох, у вас так много-то. Да-да. Я тут уютненько. Сейчас посмотрю еду, спасибо. Паш, идем. Нет, еды, Паш. Ой, Рим. А мне не надо. Вот, сзади тебя, Эля. Бегу к вам. Чем вам помочь? Боевым топором? Деньгами, финансово. Ой, ты еще подъехали. Я боевым топором ему два сношу. Он не падает. Большой не падает. Дай! Блин, я полумертвый гном. Рим, подними меня. Да, иду. Иду, все, вставай. Да. Хоть по 16 буду бить. Да, возьми ж ты в руки. Так, этих разложили, остался только лучник. О, да блин, и попал он в меня, я опять мертвая. Что за бред? Спасибо. Вот гад такой, а? Противный. Могут меткий. Стрелять по мне, а зацепят вас. Спасибо. Ну я тебе сейчас надаю, блин. По самые твои уругвайские помидоры. Урочи, шажи. Да. О, вот этот самый жесткий, он пинается еще, гад такой. Так, ну ладно, я его мешать не буду. Он еще телепортируется. О, да. Любимая тема. Ты пришел со мной подраться? Ну давай. У меня вот по 5 тебе сносить буду. Кусать он тебя, как муравей. Телепортил. А мы тоже по 5-6 бьем, так что нормально. О, 8 ударил. О, сейчас я супер удар. Так это я супер ударом по 5. Все. Так, вот здесь вот ключ должен был выпасть впереди, где ты, Коля, бежал. И сундук можно открыть. И статую можно. О, Олег, в тебе стрела торчит. Да, давно в нем, кстати. О, нормально тут сундук. Там есть что хорошее? Тут есть страница журнала. Вот здесь, да, сундук. Ключа нет. Может, изумруды будут. В смысле, здесь же был ключ. Нету ключа. Никто не поднял? Посмотрите по карманам. Сейчас. Я посмотрел, у меня нет ключа. Не, у меня нет, только красный берил. Ну, у нас такое уже было, я бы не удивлялся. Да. О, можно сломать, значит, его, раз нет ключа. Да, раздолбай. Может, что выпадет. И у меня глазик прям вообще это. О, военный топор, кстати. Да, я эту починил. О, тут еще один сундук какой-то крутой. А, это такой. Он не открывается. Как метки на карте? Никак. Открыть карту и возле метки нужно нажать этот, шкура. А у меня на карте нет меток. Монета, янтарь, черный алмаз, страница, анарин. Изумруда 2. Класс, мы сможем еще один топор зачаровать на черное железо. Ну, замечательно. Видите, как я хорошо упала? Четко вообще. Смотрите, какая-то золотая... А, это не дверь, я думал, это дверь. Так, там орки еще, ребят. Я бесполезен, вижу. Предупреждаю сразу. Вот ты нас будешь поднимать. А, это я могу. Вообще, я ради этого играю в эту игру. Кто хочет первый умереть? У меня есть вот... Олег, уже начал. Давайте. О, 17. Хочешь ремарбалет? Он не роняет, аккуратнее. Ой, я не очень люблю здесь стрелять, честно говоря. Он я буду по поднимать ребят, сносит. Когда они упадут. Если. Ну ладно. О, я... 41 снесла. Да блин, он за статую прячется, говнюк. Нихера. Это, Паса, ты так его уронил? Классно. Я пытался. О! Паса, живи. Да блин. А кто-нибудь поднимите факел, а? А то темно, страшно. Блин, я либо факел, ты либо Рим, да. Рим может, он же без я оружия. Я поднял. Ты можешь факелом его стучать. О, ну, я его уронил. Сломаю тогда. Ой. Сейчас. Я поднял. Спасибо. Блин. Да, блин. Я разочарован в моем мече. Да, блин, я промахиваюсь. Не трогай меня, я пусечка. Ай, почему я? Так, ноль стамины у меня, срочно. Нахрен, ноль стамины. Сейчас. Держу пока.
О, вот, ну, все. И с него выпало два куска металла. Класс. Вот это я понимаю. Очень достойная полезный. Награда. Достойнейшая, я бы сказал. Паса, зачем ты брал эти веревки? Веревки. Я все собираю. Ага. О, ну, глаз это... опять покраснел. Сейчас будет орда. Да, да, да. Если мы тихонечко не отступим домой, будет орда. А пойдемте домой. Я даже драться с ними не могу. У меня меч сломан. Пойдемте. Когда мы звали, пойдем домой, не вступай в бой. Он сказал, что идите в жопу, надо драться. Надо драться. Зелье хотел протестировать. Нет, вообще зелье клевое, но только я не думал, что оно меня прям наглухо убьет. Так, это домой-то куда? Это туда. Правильно тут... идешь, правильно. Да, пойдем, сейчас наверх вперед, надо. Вперед, да, и вон даже метка есть, палата мизарбула. Да. Сплошная мизарбула. Палата это... мизантропа. Ой, блин, вы сундук прошли. А, он там пустой, мы же все забрали. Какие вы умнички. А орнаменты мы больше не находили, да? Здесь вот стоит. Олег? Не отставай. Я бегу-бегу. Орки отовсюду могут. Привет, Олег. Привет. Смотри, какая куча дерьмища. А если разломать, что будет? Ну, орда начнется как раз, пошумел же. Мелкая куча дерьмища. Не, я думал, из нее эти кости повалятся, но нет, не повалились. Ну, свет уже, смотрите, с витражей свет. Мы как будто бы не в горе нахрен, а в каком-то замке. Угу. Кстати, вот да. Оно, искусство дворфийских мастеров. Такие каверны проделаны в горах, что проводит свет через систему зеркал, как будто настоящие. Да-да. Световые окна. Ну, вообще, Рим, да-да. Ну, когда там были эти зеркала, мы их видали, оно было в открытой местности. А вот тут, я не знаю. Почему я кувыркаюсь, у меня стамина не показывает, что тратится? Ты читер. Сюрпризом будет, когда кончится. Хочешь нормальную стамину, купи DLC. Черт, я пошел чиниться. А я пошел искать, где дом. А-а-а. Тоже неплохо. Ты если у овса будешь, собери. Да-да, я вот у него как раз собираю. А можно салатик съесть? Нет. А. Ладно, ешь. А я закажу грибных. Или подожди, а салат? Я съел. Ты разрешил. Это какой, Оль? Свежий салат? Из фруктов. Там есть фруктовый и есть свежий. Вот который сейчас был, это какой? Фруктовый. О, ты хочешь такой же салатик, как у меня был? Рим, а возьми, тут у тебя в духовке готовый или еще... Еще 2 минуты 40 секунд. А, все, значит, окей, нормально. Я наделала тесто. О, вы видите? Печеньки. Да. Я не вижу. А, вижу. Пирог, мясной пирог. Это что, ватрушка там самая верхняя? О. Печеньки. Ватрушка. Я сплю. Да? Ты на своей кровати спи, Ля? На мою залез немножко. У меня жопа толстая от твоих пирожков просто. Ты их еще не ел. Я посмотрел на них, и у меня она сразу увеличилась. Хотя хлебушек там уже есть. И у нас хватает слитков, сейчас поставлю стеллаж под эту новую хрень. Новая хрень. Звучит по-новому. Так, а там одна салатик можно съесть? Нужно. Так, и у нас... Можно несколько рун на что-то кидать? Нет. Только один. Угу. Тогда мне нужен еще один двуручный меч. А, короче, если мы сейчас найдем чуть-чуть железного дерева, мы сможем сделать... новые пушки. Там есть одноручный молот, одноручный топор и двуручный боевая мотыга. Боевая мотыга двуручная звучит прикольно, но само слово мотыга... Выглядит как кирка. Так, блин. Тогда скажите, где у нас можно ну давай мотыгу деревьев. Мне. Давай, я готов. Двуручную чё, мотыгу. Готов-то, надо лететь за деревом. Тогда не давай мне. Перед этим надо поесть, а жрать нечего. Готовиться. Крем-супчик готовится, и печеньки готовятся. Кристаллический спуск, это что? А, если вниз пойдешь, там должны быть грибы недалеко. Куда лететь-то, что делать-то? Кристаллический спуск 2. Понял. Там сейчас. Наше любимое место, где мы постоянно грибы травились, и рядом есть другие грибы. Ладно, буду прикрывать ваши жопы. Мою не сможешь, она большая. О, ты мою не видел, подожди. О, сфер. Видел. Плохо видел. О, новый она диалог? Уже увеличилась. Так, ты подождите. Ты старый. Чего, Оль? В кристаллический спуск? Да. Кристаллический спуск 2. А, подожди, простите. А у меня так... А, есть все.
Так. Да я наслаждалась сокровищами. И я тогда орочье зелье сливаю, да, потом? Не будем мы им пользоваться? У меня полный бочонок. Я буду им пользоваться, Оль. Окей. Я, ну, мне хотя бы можно одну эту, наполни мне там эту. Я буду совершать кавабангу. Просто мне надо было сосиску с собой взять, чтобы откушаться. А я же не знал, что он меня убьет. У меня есть фляжка с этим зельем, я тебе дам. Нормально. Блин, что тут мало деревьев. А, вон там дохера, паса. Подожди, ща. Ну все, ты видел, да? Сделал. Ты же куда? Видел, да? Куда? Вон, вон туда, вон там дохера, прямо отсюда видать. Вон их шапочки светятся. О-о-о. Во, глянь, целый зал с деревьями, развлекайся. На страже безопасности. Так, Рим, на тебе фляжку. Хоть это стоит, блин, статуя. Я вы богатые стали. Я пробегаю, собираю за вами убасам. Вы чё? Ой, подожди, я, по-моему, мох забрал. О, а возьми пустую-то фляжку. Чё, сразу сейчас соберем материалов, если появимся дома, конечно. Изгоняем. Пушек сделаем. Я у грядок, я нормально. Пушки, да. У Оли на макушке. Пушка. А мне всегда говорили, что я Кирюшка, две макушки. Почему две? Потому что их две. О, а шуруповертом играл, что ли, в детстве? Да. Вот, у меня, короче, наполнить пивоварню у меня переводится. На. Так ты, наверное, перевод не обновила, кукуня. Да. Короче, у нас рабла. Что такое? Я перепроверю, но, по-моему, нам не хватает кожи. Блин. О, у нас крыса заспаунилась. Да, рядом с грядками. Мы ее там выводим. Это Гоша, не трогай его. Гоши больше нет. Гоша хороший. Простите. Что это за человек такой? Ты Гоша ненавистник, что ли? Я не понял. 100%. Да. Если у тебя есть 3 шкуры, можешь возвращаться. Именно шкуры 3. Ну, у меня 23 уже. Шкуры. Да. Возвращайся. Возвращайся. Нам хватит. Вот и я. А. Вот шкурка и обрывки. Давай я положу их в сундук-то. Так я думал, ты их сразу в крафт пустишь, нет? А он из сундуков их дергает же. А, точно. Я забыл. Ну вот, нормальная еда. И сытость добавила, и все. Не забывайте брать печеньки, пасти с хлебушек путешественников. Мы просто скрафтить оружие или тимоль? Я знаю. Ой, сейчас я поремонтируюсь. Я улетел. Но я вообще говорю. А мы куда летим? В эльфийский квартал. Нет. Кузница 2. А шкура во мне глаголит. Ты не туда улетел, походу. Я пролетел свой поворот. На ленту. Нормально. Мы уже видели им такое в реале. Да, я и говорю. Потому что надо называть свои остановки четко и громко. Да, я просто все повороты одинаковые. Даже не на кузнице появился. Ну ладно, сейчас добегу. Сейчас я полечу в кузницу и на спауне просто в самом начале появлюсь и Alt+F4 сделаю. И я родился. Тут сверка для Паши. Я ее трогал. Итак, что же у нас есть? А у нас ни хрена нет. Это личные новости. На этой кузнице... Твою мать. Оля, это тебе. Из-за нам тебя надо все. Строить кузницу куздула. И, Оля, видимо, дома. Ты его сдула, я не пойму. Я пошел домой. Проверять, можем ли мы построить куздула. Господи, какой дурдом, а. У нас появилось одноручное копье, двуручная мотыга, военный топор одноручный и одноручный молот. Боевой, неремонтируемый. Можно мне двуручное чего-то? А, блин. Ну, мотыга. Ну, она... Это боевое оружие вообще или добывание? Да посмотри на нее. Ну, это дубина двуручная. Прекрасный пример любимого оружия гномов на войне. Давай. Ну, видишь. Сойдет. Живи теперь с этим. Нихера себе, молоток. Покажи. Нет. Сейчас. Покажи. Мотыга. Иди, можно, а можно я его в огонь зачарую? Там у нас куча рубинов. Так, ребят, вам что делать? Есть копье, топор, молот и мотыга. Я копье. Красное пламя. Окей. А себе сделай, делай себе что-нибудь, а мне остальное. Я себе хочу... Продолжай. Я топор хочу. А мне тогда молот. А он как? Он боевой, да? Да.
Иди сюда, Паша, сейчас будешь молотом молоть. Между молотом и наковальней. Откуда у меня простой топор? Вот откуда он у меня? Оттуда же, откуда твои луки? Нет. Оля, забери копье. Бягу. Где ты? А где ты? Снаружи у кузницы. Вот она. Ой, правда. А у нас шкуры еще есть? Ну, я тебе 23 отдал. Ты уже говорил, 3 надо. Так, сейчас. Если сейчас сделаем 4 тонких кожи, сделаем нормальную шапки себе. И будем вообще красавцы. Сезам, откройся. Блин, нет места в хламовском сундуке. Ну, давай его. Ну, поставь рядом еще один. О, я боюсь. Сейчас поставлю. Так, он на Б. Бэ. О, молот наносит большой урон, особенно если цель закована в броню. Все. Звезда, ты хотел сказать. Именно так. И троллям еще, которые в броне. И троллям. И всем, крысам тоже. Ой, это их надо зачаровывать, да, опять? Да. Так, а это оружие 4-го тира, да, уже получается? Да. Так, мяско выложил. Ой, шкуру еще нашел. Жеш. А я не понял, где орки-то все? 4. Так, ко мне подойдет кто-нибудь? Кому-нибудь нужны еще шапки или все? Да, сейчас. Оля, да, можно попросить тебя взять мне шапку? Я далеко. Да, сейчас я руны читаю. Секундочку. А вот этот гриб какой-то необычный. Blazes Shroom. Болотный гриб. Он еда? Нет, он лежит в сундуке, который вот здесь вот. Ага. Это топливо, Пашка. Оно вместо угля и древесины используется. Понял. И, так, Паш, на тебе шапку. Короче, мы весь зал, вот, походу, зачистили, граждане. Мы, с другой стороны, даже не ходили. Ну, мы вот до развилки весь зал пустой. Я ни одного гоблинца не вижу, прикиньте. Так что вот. Бягу так, за шапочками. У меня фиолетовое ружье. Ой, копье. У тебя ружье? Копье. Спасибо. Ох, ёшки-матрёшки. Красота-то какая неописуемая. А почему рог один? Что за кривая рожка? Их два, один просто замерз. Нормально. Блин, Паш, пойдём я тебе... Сейчас ты тоже будешь. Так, Рим, ты внизу, что ли? Ищешь этих? Да, я хочу с кем-нибудь подраться, заценить, как оно. Как тебе перелечу, тоже глянуть. Короче, прилетишь, иди налево. И это единственное место, где они точно есть. Палата Мазарбула. Не попал. Оля, пойдем в палаты. Что? Пойдем в палаты. Три, что ли, съела? Ху, май. Нахрен. 144 большому гоблинцу. Угу. Хотите мне жопу намылить? Я вам сам ее намылю. Давай, игра, прекращай лагать. У него перк оглушения, что ли? Охренеть. И они еще... О! Типа гореть, что ли, должны? Прикольно. А ну иди сюда. На! Не попал. О, стена, здравствуй. О, да, я тоже долго ждал, пока откроется. А вот и они. О! О! Привет, пацаны. О, они у вас там появились? У меня там вообще никого не было. Вот вам везет. О! Ух, больно. Ай, блин, да, с тяжелым ударом очень сложно это. Каким тяжелым ударом? Вот это он не ожидал. Сложно блок ставить. А где Рим-то? А, он дальше, в следующем залах уже. Фентилил уже. О, какие у вас шапки прикольные. Давайте зачистим тогда, раз уж мы здесь. Ну, давай уж, коль уж мы. Чтоб зря тебе. На нахрен. Сундук не сломай. Да, точно. Ключ. Угу. Взял. 48 с копья. Как я вас люблю. Я умер. Я его как щенка просто, как ребенка в саду выношу. Не, я умер. Не он меня. Ай, ну ладно. Зачем ты умер? Пропустил чуток мимо брони. А зачем? У меня же нет щита. Не надо так. Вот я и пропустил мимо брони. Сейчас приду. Спасибо. Что там, в меня, что ли, стрелял? Жопа. А, кстати, поэтому все равно у меня серый урон. Нормально ты ему 144-то. О, это чужой. Это суперудар такой. Ух, вы друг другу херанули. Ой. Олеженька, поднимешь меня? Подожди. Это я. Ага. Спасибо. Так, у меня всю броню по мне вынесли. Не, у меня броня полная. Почти.
У меня ХП почти полная, броня вот... С сундуков все забрали, если что. Ага. Не будем долбить этого в постройке? На предмет, давай, вдруг? Паша, а давай вот тут продолбим проход. Что там дальше? Ну, просто посмотреть. Спорим, я знаю, чем это кончится. Да я тоже подозреваю. Смотри, давайте вломим, зачистим. Блин, у меня брони нет. Ну, значит, ты умрешь пару раз. В лучшем случае. О, шит-лук, прикинь, семена шит-лука. Охренеть там. Посмотрите, какой коридор здоровый. Блин, тут еще полгода нам тут путешествовать. Оу, ребята, справа. Это босс. Справа. Вот здесь босс, ребят. Дайте что-то на ХП, я набухаюсь. Ага. Так у тебя фляжки, я ж тебе дала. Вот и босс. Мне на ХП надо. На, подойди ко мне сзади. Я подошел к тебе сзади. Ой, вот, на. Спасибо, жру. Ты босс вызвал гнорков. Ой, они сзади и спереди. Твою мать. Так, я беру второго. Что, все, что ли? Тю, слабак. Это же боссовый, там они с меньшим числом ХП. А, это урочная медицина вообще. Я не ту фляжку съел. Нормально. Так это оно, это урочье зелье. Да, погнали. Рим, босс. Эй, говно! Медицина, это все правильно ты съел, короче. Он тоже пинается аккуратней. Сраный удар опять. Я буду стрелять в него издалека. А что, а ты его это... О, я орков беру на себя. Эй, подожди. Вот теперь, ой. Давай. О, блин, пробил мне, нифига себе. Рим сзади аккуратно. Да. Я его уже вынес. Где этот козел-то? Да блин, я улегла. О, у меня сплэш появился, класс. О, я умер, класс. Сейчас всех убил. Все. Здорового вынес, короче. Сзади, мелкий. Паш, сзади. Спасибо. А где Рим? А, вон Рим дальше. Да, меня так, одним ударом убили. Блин, сейчас я отойду секунду. Да, блин, иди ты, гном ты. Я, знаешь, что понять не могу? А почему они по броне-то не попадают? Почему сразу по ХП-то? У меня броня вот, фуловая. Вот, вставай. Стою. То же самое. О! Рассыпался. Нормально рассыпался. Блин. Оля, я иду. Все, мы убили. Олег там, все. Олег, подними меня, пожалуйста. Бегает такой, дроп собирает. Я всех убил. Так, сундук драгоценности. И здесь, небось, тоже, да? Да. Здесь камешки. Все забрал. Я видел. Все, я копаю. Очень странно, конечно. Броня целая, а жизни нет. А у меня наоборот. Брони нет вообще, жизни вот, есть. У меня такая же хрень, Оль. Меня почему-то пробивают сразу в тело, минуя броню. Да, то же самое. Он в глаз как долбит или что? Я непонятно. Не знаю. Ладно. Да, я вроде не поворачивалась к ним. Я поворачивался. Так, надо что-то на ХП съесть, я говорю. Это какой-то странный тебе. Босс. Это что-то он какой-то... Мы одеты, к ним пришли. Поэтому да, ты... и броня не сработала, ага. Поэтому ты всех убивал, Паш. На, сзади, стой. Оля, ты мою шапку я не съел, брала? Я съел, Оль. Нет, она дома осталась. Ага. Так, а где все? Так. Я копаю золото. Я гуляю по локации. Я забрался наверх. Тут ничего нет. Соберите по кругу, там цветочки были красные. Я собрала. Они для чего-то нужны, наверное. Наверное, когда-нибудь мы, Паш, это узнаем, тут, возможно. Тут еще одно большое месторождение золота. Сейчас приду. Есть что покопать. Иду. Вот где я, слева от тебя иду сейчас к будет. Тебе. Ага. Ну, блин, а что тебе, меч все, что ли, да? По кусечке надо ему говорить. Ну да. А я буду и с тем, рубиться. Просто на тебе стена. Я недовольна. Олег, глянь, как я могу. Олег, ну, мне не виноват, что ты умирал. На. Да я блок ставлю, они его пробивают. Как так? Смотри, как я могу. О, а я тоже так могу. Нет. Во, 144, смотри. А? Ой, да ты добил то, что я убил. Три удара по чуть-чуть подряд. Ну это как меч, у него тоже такое. О, здесь еще сраный зал, офигеть. Ладно, Пашу ждем, потом пердолим их. Угу. Ну тут их немного, кстати. Пашу ждем, потом пердолим. Я добавил слово их. Я вам плохого сделал. Здесь орк, и сейчас он будет меня бить. Я бегу. Бежим. Он уже стреляет. Да было зелье какое-нибудь выпить, блин. Зелье невидимости? На осознанности. Воу. Этот. Еще сзади.
Все. Ух ты. Ух. Хорошо. Пошло. Грозный Павлик. Его Павлик звали? Я не знал. Он был Павликом. Морозовым. Да. Ну, сколько... О! Вам помочь? Да, да. Может, как Паша, подхватывать и убегать. Можешь спеть. Я пою, типа, но меня не слышно почему-то. Вы же хорошо. Блин, у меня три этих ячейки осталось. Говно. Все, все. Есть на ХП у кого-нибудь? Что? У меня больше нет. Еда, потому что я горю и... Ему надо быстрее драться идти. На. Вон, вон, сзади, Паш. О, спасибо. Ой, идут, они сюда пришли, ребята. Много? Четверо. Трое или четверо? Четверо, я четверо. Я бегу. Какой better weapon, тварь? Дерись этим. Better weapon. Да блин, опять пробил. Да-да, я полежу. Давай, не включай. Видали? Олег опять по мне потоптался. Я такой крутой бежал, замахнулся и уебал просто. Вот там проход. Да, там орки. Там немного их. Куда вы? Пойдем? Все, идем, идем. Да, вижу. Угу. Но я сейчас все равно сдохну скоро, мне кажется. Ну, там один в накидке мощный будет. Давай его сюда. Где он? Вот он. А, у меня стамины нет вообще. Дайте пройти. А! Да почему они по броне-то не попадают, я не понимаю. Да, блин, то же самое. Вот опять мимо пробил. О, не могу, бесит. Угу. Я ж до этого нормально дралась, все было хорошо. Что началось? Да они мне раньше тоже по броне попадали, я не знаю, что случилось. Теперь попадают только по ХП почему-то. Так, вынес большого. Тут второй большой, я держу. Ребята бьют. Блин, да, еще за заборчиком маленький стоит. Эй, вон ты! Все краснеет. Прощай, Олег. Я сдох, все. Я пойду по тебе потопчусь. Спасибо. Ага. Сундук открываете, о, или вы уже открыли? Там спуск в ад куда-то. Посмотрите, какая огромная лестница. И судя по карте, нам туда будет и нужно. И вот здесь пойдемте вот еще домой, один спуск. Короче. Тут уже все, мы сейчас... Сейчас это... цветочек соберу. Олег, пойдем домой? Босс побили, всякого хлама набрали, оружие сделали. Мы молодцы. Молодцы. Всем пока. Пока. Пока-пока.